Это скримак! Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем играть в различные игрушки. На этот раз, ребята, 5 ночей с дружком Барбоскиным. Ну ты прикинь, как бы с Тимохой мы уже поиграли. Там, кстати, новая часть скоро будет, 4-я. Мы все вообще ждем, но вроде как говорят, через месяц должна быть. Ну, блин, капец, ждем и ждем. Ссылочка на эту игрушку будет в моем телеграм-канале, так что обязательно залетай. Лайкосик, все, бро, бери что-нибудь покушать. Как же он зарефлексит. Такс, выбери ночь. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Первая ночь. Нифига. Не, на самом деле эта модификация вообще качественная, ребят. Мы просто недавно играли... Бу! Испугался? Не бойся. Ну вот, там 5 ночей, все дела. И там, конечно, не так круто, как здесь. Так, ну в общем, чё? Просто следим за ним. Я не знаю, стоит ли вообще просто смотреть на него или как. Дружок, ты чё? Не говорите, что отбиваться нужно будет как раз пирожками. Не, ну он тут вообще забавно, конечно, выглядит. 2 минуты. Опа, опа, опа! Куда, братан? Ты куда там попер? Он вроде как сюда должен был пойти, не? Где он? А, вот. А он вообще неспешно идет, ребятки. Нормально. Сейчас здесь постоит. Не, ну, скримачок, конечно, надо поглядеть. Это полюбас. Но и пройти тоже надо, друзья. Так он пока сюда будет заходить, я реально успею вот так вот закрыть туда-сюда. Футбольный мячик. Минута 38. Давай смотреть, где он. Опа. А, он уже на пятой. Погоди, погоди, братишка. Что-то ты как-то быстренько на самом деле. Смотри-ка. Не, ну энергии у меня дофига. Вон, ты видишь, батарея 76%. Нормально, живем. Все у нас найс будет. Так, когда он попрет? То есть он, по идее, должен... Это скримак! Это реально был скримак? Ребят, ладно, окей, окей. Возможно, вторая как-то будет... Не, ну блин, я надеюсь, все равно... Может, тут Роза будет? Малыш? Гена? Как бы вот есть игрушка 5 ночей с Тимохой. И там не только Тимоха. Как бы там уже и дед есть. И Гена. Все дела. Возможно, здесь тоже не только как бы... Дружок-то будет. Хотя прям все намекает, да, так и называется. И при том, погоди, 5 ночей с Тимохой. Там же вроде бы... Друзья, о, он нифига, он попер теперь по-другому. А он в первой части 5 ночей с Тимохой, там тоже только Тимоха-то был, да? Так, ну, тут, по крайней мере, да, он пришел. Если что, он на 6-ю пойдет или на 5-ю, окей. Фигня, закроем дверьки. Все будет нормально, ребята. Окей. Давай, дружочек. Открой ротик. Так, почесал, почесал. Притом очень быстро, кстати, чешет-то. На вторую? Реально, братан, ты на вторую, походу, попер. Да где он? Но он куда-то пошел-то. А, на 6-й! Не, эту можно открыть, там же 5-я. Помнишь, он отсюда-то как бы это, все понятно. Лево, право. Нифига, это он как-то... Братишка, туда пошел, и это получается 6-я. О! Так, все, можно, наверное, открыть, ребята. 40 секунд, у меня батарея 30%! Ты где... А, на 4-й. Найс, найс, найс. Все, я думаю, 30 секунд мы выдержим. Есть первая ночка, прикинь. Че-то... Жестко! Так, ну лучше посмотреть. Нормально, стоит, 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 стоит.
Что, на носик нельзя нажать, да? Так, на шестой опять. Ну, хорошо, что он сразу не залетает с ноги. 8 секунд, 7 секунд. Ага, братишка, давай я прикрою дверьку, чтобы она тебя все-таки не сманивала. Что, я закрыл. Вторая ночь, друзья, вторая ночь. Сейчас будем глядеть, что у нас здесь. И музыка там... В общем, в какую игрушку только мы с тобой не поиграли. Реально, сколько копий 5 ночей? По ФНАФу сколько сделано игрушек различных? Это же, наверное, за всю жизнь уже нельзя будет поиграть в каждую пройти. Хотя, по идее, наверное, можно посвятить там время. Вообще, в каждую можно найти. Хотя, с другой стороны, как бы нет, потому что некоторые там удалены игры. Я чё-то... Слушай, 5 ночей с Барбоскиными я, по-моему, искал и не смог найти, друзья. Удалили. То ли из-за авторского права, то ли еще что-то. Так что да, во все пародии не поиграть, это точно. Ну, некоторые, например, сложные, некоторые лень играть. Так, я вижу, братишка, я закрываю. Батарея начинает жраться. Вообще, будь здоров. Так, ждем. Блин, братиш, давай быстрей. Уходи куда-нибудь, уходи, пожалуйста. Все, он ушел. Если что, у нас 54% минута. Не, ну это изи. Это изи катка. Но, ребят, в принципе, сделано красиво. Моделька вот эта вот, интерфейс, музончик тоже. Не хватает немножко истории. 5 ночей с Тимохой, конечно, там прям намного круче. Так, братан, куда поперли? А еще 5 ночей со шлепой мы играли. Это вообще имба. А я что-то, кстати, не помню. Я ее проходил, ребят. А вторую часть... Не помню, допрошел или не допрошел, тоже имбовая игра, вообще прям. Мне прям сильно зашла. Так, открывай ворота. Да, он на третий. Ну все, изи катка, ребят. В принципе, мы вообще хорошо, легко проходим это дело. Все, прошли, господа. Так, 2.45, да? Мне просто интересно, как же он сейчас? Ускоряется он здесь, не ускоряется? Долго ли он тут будет? Звуки еще прикольные, да, Ким? О! Не, ну он быстрее, по-моему, стал. Смотри, как гоняет. Пофиг, дружок, заходи. Серьезно, были бы тут пирожки, можно было бы там как-то, я не знаю. Дружок бы сбежал бы, улетел бы уже отсюда. Ему одного бы достаточно было. Не, ну слушай, он реально быстрее стал ходить. Он прям оп-оп-оп-оп-оп. Ну давай, братан, заходи. Залетай, я не буду даже закрывать. Все, я понял. Какой смотрит. Ну-ка. Он вообще пойдет? Например, я успею вообще закрыть дверь? Ну-ка. А, нет, тут прям автоматически. Да он, похоже, вообще не хотел даже нас обижать. Вроде просто подошел и все. Короче, вот такая вот игрушка, братишка. Обязательно лайкосик, залетай в Телеграм. Бай-бай, дорогой братишка.